Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки Электрика». В сегодняшнем небольшом видео я хотел бы показать вам принцип переключения обмоток в силовом трансформаторе ТМЗ-630КВА. Это значит, у нас первичная обмотка с выводов вот приходит. Вот каждая фаза. Ну и там вот низкая сторона. Здесь обмотка собрана по схеме звезда без нуля. Низкая сторона собрана по схеме звезда с нулевым выводом. Вон нулевой вывод, самый крайний, вот тот. Здесь вот на крышке имеется переключатель, он связан вот с этим валом. Сейчас выставлена третья ступень, переключатель ПБВ, то есть переключение без возбуждения, без напряжения. Переключатель имеет 5 положений. Он является реечным. Первая фаза, вторая фаза и третья фаза. Сейчас стоит в третьем положении. Замыкаются обмотки попарно. Ну, давайте в крайнее положение выведу. Не знаю, или это или первое, или пятое. То есть вот у нас замкнут последняя пара контактов. То есть выходит с каждой обмотки выходит по 6 выводов и замыкается попарно. Вот, например, вот второе положение, третье положение, четвертое положение и последнее положение. Почему мы вскрыли данный трансформатор? Потому что у нас при проверке аммического сопротивления постоянному току первичной обмотки у нас скачут показатели, чего не должно быть. Поэтому необходимо проверить контактные, вот эти вот контактные соединения при работе переключателя. Ну вот на этом все. Такое небольшое видео. Теперь вы знаете, как вообще происходит переключение обмоток в силовых трансформаторах. Если у вас напряжение в сети низкое, ниже номинального или наоборот завышено, больше номинального значения, больше, вернее, предельно допустимого значения, или наоборот меньше предельного допустимого значения, то переключение можно переключить обмотки с помощью вот такого переключателя ПБВ реечного типа и достигнуть номинального напряжения, выходного напряжения. Еще существуют переключатели барабанного типа. Ну, будет время, будет возможность, покажу и его.